По современному курсу этот русский купец и промышленник обладал состоянием в 8 миллиардов долларов. Павел Шалапутин был одним из владельцев Балашихинской мануфактуры вместе с купцом Корзинкиным. Число работающих на фабрике к 1903 году составляло более 3000 человек. Прекрасный организатор управления Шалапутин был и таковым же благотворителем. Гинекологический институт, мужская гимназия в Трубецком переулке, ремесленное училище на Миусской площади, мужское ремесленное училище на Калужской улице, женское ремесленное училище на Калужской улице, реальное училище и педагогический институт – все эти московские учреждения были построены на деньги Шалапутина. Угостить по шалапутинскому счету – такова была присказка в Москве дореволюционного времени. Занимался Шалапутин и общественно-религиозной деятельностью, был членом Московского общества трезвости. При обществе трезвости содержал две чайные, библиотеку, книжный магазин. В своем имении Покровской Фили Шалапутин построил и содержал приют для неизлечимо больных. Было подсчитано 5 миллионов рублей, миллионов Российской империи того времени, было потрачено меценатом на благотворительность. Павел Григорьевич умер в 1914 году, находясь на лечении в Швейцарии. Его тело едва успели перевести накануне Первой мировой войны на родину. Похоронен православный меценат на Рогожском кладбище.